натуральный лакостер. Голубая подделка. Сразу же в глаза бросается три пуговицы. Натурального их две. Потом подделки нету бокового разреза. Натурального боковой разрез примерно 1-1,5 сантиметра. У женских моделей бокового разреза нету. Потом бирка так вот выглядит. Многие ошибаются и думают, что под этой биркой должна быть еще одна бирка вторым слоем, где написано Made in France. Дело в том, что уже с 80-го года Франция прекратила выпуск производства этих футболок. Они сейчас выпускаются в Турции и Перу без этой подложки. Здесь у подделки бирка вот вообще ужасная. Кто она такая? Крокодильчик здесь вот тоже худой и зеленый. Здесь крокодильчик пожирнее и вот такой бледненький. Ну, качество тоже вот этого крокодила. Кто думает, что волоски пускать. Так, потом. Те, кто подделывает, любят писать на пуговицах лакоста и делать вот 4 дырки. У натурального лакоста никаких надписей нету. Только 2 дырки. Пуговица перламутровая. Без никаких вот этих, как сказать, ребрышек, выпуклости вот этой. Перламутровая гладкая пуговица. Потом материал хлопковый, такой толстый, шершавенький и не отдает глянцам, как вот этот вот на ощупь тонкий, растягивается и такой гладенький. Ну и тут видно, вот уже начал вот распускаться вообще. Ужасный шов. Здесь у натурального вот такой одинаковый, однородный шов. Потом сам крокодильчик пришивается на уровне нижней части вот этой детали. Это тоже важно. Здесь вот он уже получается чуть выше, не соответствует, должен быть здесь он чуть выше. Воротник тоже, вот если пощупать, он вот такой тонкий, у натурального лакоста он толще. Приятно держать в руках материал. Так, и вот здесь вот бирка вот такая, с пуговицей. Это перламутровая пуговица с указанием рекомендаций, как ухаживать, стирать. Здесь бирка вот так выглядит, дешевая. К сожалению, у меня не сохранилась вот такая вот бирка. Мне эту рубашку подарили. Она уж точно не должна быть такая вот тонкая бумага. Она должна быть потолще, посолидней и приятной на ощупь. Вот. Вот такие основные отличия натурального лакоста от подделок.